дамы и господа, мальчики и девочки и заблудшие души. Вот и подошел очередной день к своему логическому завершению. И первый наш сюжет о том, как индийский раджа сыграл свою свадьбу. И по традиции он пригласил выдающихся звезд. Надежда Кадышева. После ночного дозора. И мексиканских звезд. А этого человека как будто кто-то заставляет делать эти упражнения. Вот не зря говорят, что все люди разные. У нас на Августенке кто-то поет гимн, а кто-то зевает. Итак, дорогие друзья, самый приятный момент на зарядке. Самый неприметный мальчик на Августенке решил оправдаться перед всеми. Зафиксировал, да? А то скажешь, что я ничего не делаю. Итак, наша новая рубрика «Взгляд в Инстаграм». Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что ж, мы на лагере Августенок, и давайте заглянем в Инстаграм наших участников. Ну что ж, мы заехали в лагерь. Приехало более 150 студентов, и, конечно же, кроватей на всех не хватило. А девушки, заехавшие на наш лагерь, приятно удивились, увидев своего кумира, и, конечно же, не упустили такую возможность сфотографироваться с ним. Наши организаторы не стали зря терять время и сразу приступили к делу. И вот, например, тренинг Кушхова Инала и Шибзухова Астемира. Студентам было настолько интересно, что они решили пофоткаться. В нашем лагере существует негласное правило. Все, что происходит на Августенке, остается на Августенке. Все боятся Путу, пытаются всякими образами от него скрыться, чтобы не попасть на ОПР. Но ведь на самом деле, вот он все видит. Друзья, не пропускайте завтрак, обед и ужин, а то с едой у нас на базе туговато.
У нас в лагере настолько весело, что один из наших гостей решил продемонстрировать свой национальный костюм. Ну что ж, дорогие друзья, на этом с вами я прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось. Слушай, а у Борис Бисмилановича Инстаграм есть? А вчера, дорогие друзья, на нашей базе проходила психологическая игра «Ночной дозор» и репортаж нашего специального корреспондента Заура Гидуева. Заур? Да, я прекрасно слышу, и мы находимся там, где готовят заблудших душ. И мы прямо сейчас же входим в эту комнату. Дорогие друзья, мы зашли в эту комнату, где готовят заблудших душ. А кто это делает на самом деле? Огурчик, помаши дядю ручки. Слушай, Дим, а надо подумать, что мы с вами является очевидцем данного процесса. Нет. А кого у нас красят? Вот о чем можно на глаза? Красит ее, какая прелесть. А кто красит? Я. Красит она еще лучше. Дима, да-да. Не прошло еще и года, вот вы здесь сидите. И я, специальный корреспондент Заур Гидуев, пришел взять снова у вас интервью. У вас борода? Ну, нет. У меня тоже. У меня нет. Скажите, кем вы будете на ночном дозоре? Спасибо. Вот сидит одна еще не накрашенная девушка. Девушка и не накрашенная. Странно. Инна, скажи, пожалуйста, что ты ожидаешь от ночного дозора? Кучу эмоций, страха, ненависти от участников, так, чтобы они нас ненавидели за то, что мы им сегодня показали. Послушайте. И мы вам сказали спать. А ну-ка быстро по койкам, разошлись. Мам, папа. Ничего не желаем слышать. Мам. Вы нам постоянно мешаете во всем. Не надо так. Что мы вам делаем? Вы... Чего вы ожидаете от ночного дозора? Трэша. В принципе, я не знаю, что такое трэш. Чего, Аня, вы ожидаете от ночного дозора? Что будет очень весело, будет очень интересно, не все замерзнут, не все заболеют, и что куратор разрешит нам все-таки побегать. Вы думаете, все вернутся живыми? Ну, главное верить, это самое главное. Надежда умирает последней. А от завтрашнего дня что вы ожидаете? Ой, завтра должно быть весело, завтра приедет ректор. Да, дорогие друзья, действительно, к нам сегодня приехал ректор Кабардино-Балкарского государственного университета Карамурзов Баразби Сулейманович. Здравствуйте, Баразби Сулейманович. Как у вас дела? Рада за вас. И, конечно же, пользуясь случаем, от лица телерадиокомпании КБГУ «Августенок» и всех участников Всероссийского образовательного лагеря «ШАГ» хочу выразить огромную благодарность за поддержку наших инициатив. Спасибо вам большое!